Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Воронским. Давайте вместе откроем эту землю. В сегодняшней передаче мы начинаем подробное знакомство с дворцовым комплексом Девлет-Сарай в историческом квартале Салачик. Именно здесь располагалась столица Крымского ханства до того, как в 1532 году был основан Бахчисарай. Сегодня мало кто помнит об этой полузабытой столице, а многие ее постройки разрушены и навсегда утрачены. Однако упоминания о Девлет-Сарае рассыпаны в десятках исторических документов, а земля здесь вокруг хранит фундаменты старинных столичных построек. К счастью, некоторые из этих построек уцелели и рассказывают нам о тех временах, когда на протяжении нескольких десятилетий здесь располагалась столица Крымского государства. Основателем дворцового комплекса Девлет-Сарай был Менгли-Герай-хан. Салачик – это весьма древнее поселение, и не исключено, что ранняя ханская ставка могла существовать здесь еще при Хаджи-Герае. Однако именно в правление Менгли-Герая эта ставка превратилась в настоящий столичный город, получила название Девлет-Сарай. Именно при нем здесь выросли 5 столичных построек, которые отличали столицу от любых других городов страны, а именно ханский дворец, ханская мечеть, ханская усыпальница, главное медресе страны, а также хамам, то есть городская баня, выстроенная ханом в дар жителям столицы. Летом 1498 года великий князь московский Иван III получил необычный подарок – золотой перстень с рубином. Его передал через своих послов Менгли-Герай, давний союзник Ивана в совместной борьбе против Волжской Орды. Из ханского письма выяснялось, что это поистине царский подарок, ибо этот перстень когда-то носил на руке знаменитый султан Мехмед II, завоеватель Константинополя и Каффы. Менгли-Герай в свое время был лично знаком с ним, а когда тот умер, султанский сын Баязид подарил хану несколько реликвий в память о своем отце, в том числе халат и перстень Мехмеда II. Менгли-Герай писал Ивану, что дал обет возвести мечеть, сильно нуждается в средствах для этого и ожидает, что в качестве ответного дара московский союзник поможет ему с деньгами для строительства. Через 10 лет, в 1508 году, ханская мечеть была уже выстроена. Вероятно, она стала первым зданием, с которого Менгли-Герай начал обновление своей столицы. К сожалению, к нашим дням этот памятник практически уничтожен. В советское время на развалинах ханской мечети была построена столовая психоневрологического интерната, и в ее стенах до сих пор можно заметить участки древней кладки. Специалисты надеются реконструировать это здание, но это невозможно сделать до тех пор, пока с помощью археологических раскопок и архитектурных исследований не выяснен его внешний первоначальный вид. К сожалению, он пока остается неизвестен.
Возможно, именно эта мечеть изображена на одной из старинных гравюр Салачика. Однако в любом случае у археологов, историков и архитекторов впереди еще очень много работы по ее восстановлению. Менгли Герай имел под своей командой огромное войско в 250 000 всадников. Вместе с тем хан осознавал, что для строительства полноценного государства ему требуются не только смелые воины, но и ученые государственные мужи. Именно поэтому неподалеку от мечети было выстроено медресе – высшее мусульманское учебное заведение. Менгли Герай придавал строительству медресе столь важное значение, что, согласно преданию, собственноручно копал землю и клал камни во время его строительства. А когда к началу 1501 года строительные работы были завершены, то при открытии медресе выступил перед подданными со следующей речью. «Разум, — сказал Менгли Герай, — делает человека совершеннейшим из всех созданий, а совершенствование разума в знании. Кто не почитает знания, то будь он даже хан или падишах, не сможет создать ничего основательного, ничего долговременного и рано или поздно не избежит позора. Я повесил цепь в этих дверях, чтобы каждый, кем бы он ни был, склонял свою голову при входе в этот священный храм наук в знак почтения к знанию». По крымско-татарскому названию цепи – зинджир. Это учебное заведение и получило свое название – зинджирлы медресе. Интересно, что такие же цепи можно видеть и в Стамбуле при входе во двор мечети султана Ахмеда. Их предназначение точно такое же, чтобы каждый, включая правителя, склонял голову перед святыней. Есть в Турции и очень старое медресе под названием зинджирие. Правда, цепь в нем была повешена высоко между куполами и не принуждала никого кланяться. А теперь, вслед за ханом-основателем, войдем в это здание и мы, для того, чтобы осмотреть зинджирлы медресе изнутри. Мы увидим здесь небольшой внутренний дворик с колоннами. По его периметру виднеются двери комнат. Таких комнат здесь 14. И они служили для учащихся медресе одновременно и жилищем, и местом для занятий. Классический курс наук в зинджирлы медресе включал исламскую теологию и право, арабский язык, философию, риторику, логику и основы астрономии. Приток учащихся в зинджирлы медресе был весьма высок, и в иные годы здесь могло одновременно обучаться 200 с лишним человек. Это значит, что порою тесную комнату приходилось делить между собой 15 или даже более учащимся. Они спали на деревянных лежанках, устроенных в несколько ярусов возле стен. В зинджирлы медресе не было платы за обучение. Тут не устраивали выпускных экзаменов и не выдавали аттестатов. Проверку усвоенных знаний проводили не преподаватели медресе, а те, кому выпускник уже позже приходил устраиваться на службу. В случае успеха
Он мог войти в круг мусульманского духовенства, судей или придворных служащих, или даже сам стать мудеррисом, наставником медресе. Образование в Занжирлы медресе давалось качественное, славилось далеко за пределами Крыма, и многие выпускники этого заведения достигали немалой известности и влияния. Настоящей сокровищницей Занжирлы медресе была его библиотека. В ней хранились тысячи рукописных и старопечатных книг, в том числе и издания исключительной ценности, как, например, рукописи 13-го столетия. Состоятельные люди в Крыму, в том числе и крымские ханы, почитали за честь пожертвовать в эту библиотеку имевшиеся у них книги, которые в то время ценились весьма дорого. После всех войн, революций и депортации от большого когда-то книжного собрания Занжирлы медресе уцелели лишь сущие крохи, и еще меньше из оставшегося сохранилось в коллекции Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Но даже и среди этих единичных уцелевших экземпляров встречаются настоящие раритеты. Над входом в медресе была вмурована надпись. Это медресе при помощи Аллаха Всемилостивого велел построить Мингли Герай Хан, сын Хаджи Герай Хана, да увековечит Аллах его царство на все времена. 906 год. Надо заметить, что постройка Занжирлы медресе увековечила правление Мингли Герая надежнее и дольше, чем любое другое его начинание. Ведь даже спустя 400 лет, в начале 20 века, когда уже давно ушли в прошлое и ханская столица Девлет-Сарай, и даже сама ханская держава, в стенах этого медресе все еще продолжались занятия. Более того, в 1909 году заведение расширилось, и к нему было достроено новое здание. Над входом в этот новый корпус помещена мраморная доска с изображением знаменитой раздвоенной цепи. В 1917 году на базе медресе был создан институт имени Мингли Герая, но уже через 3 года заведение было окончательно закрыто советской властью. В советское время зданием распоряжались и медицинский техникум, и психоневрологический интернат. А теперь в его помещениях располагается исторический музей Ларишес. Несколько лет тому назад старое здание Занжирлы медресе было тщательно отреставрировано. Результатом этой реставрации стало не только спасение ханского духовного училища от полного разрушения, но и открытие еще одной столичной постройки, до той поры абсолютно неизвестной. Для историков не являлось секретом, что среди построек ханской резиденции в Селачике когда-то имелся и хамам, то есть городская баня. Но никто из них не мог предположить, где же эта баня находилась, ведь от нее не оставалось ни планов, ни рисунков, ни даже руин. Фундамент бань был найден совершенно случайно, когда археологи убирали глубокие завалы грунта от стен Занжирлы медресе. Продолжив раскопки, они обнаружили топку для подогрева воды, остатки каменных скамей, водопроводные трубы в стенах, круг колодца, мощеные полы и даже кошелек мелких монет, потерянный в бане кем-то из ее посетителей в конце 16 века. Баня совершенно разрушена, но план ее помещений с легкостью просчитывается на земле по остаткам стен. Тут можно видеть мужское и женское отделение с входами на разных сторонах здания. Так, благодаря счастливой удаче и упорному труду исследователей, был открыт последний из всех 3 памятников, которые мы планировали посетить сегодня. Впереди у нас остаются еще 2 столичных сооружения – мавзолей первых крымских ханов и таинственный дворец Девлет-Сарай. До встречи через неделю в ханской столице Девлет-Сарай.